На торжественное построение по случаю вручения иконы Александра Невского построен заместитель командира полка подполковник Петрушин. Этого ритуала нет ни в одном воинском уставе. Иконы в дар гарнизонам передают нечасто. В Топчихинском районе и вовсе торжественным построением церковную святыню встречают впервые. Икону великого князя привезли специально по просьбе военнослужащих из Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга. Из рук епископа Рубцовского и Алейского икону Александра Невского принял начальник гарнизона, полковник Александр Кроневальд. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа торжественно вручаю командиру части. Александр Невский – одно из знаковых имен в русской истории. Отважный полководец и искусный политик. Уже почти 100 лет князя почитают как святого покровителя воинов. Имя Александра Невского носит храм-часовня, расположенная здесь же, на территории Топчихинского гарнизона. Уже 10 лет в ней проходят службы. Однако для новой иконы отведено совсем другое место. Вместе со знаменем части будет храниться икона, она будет выноситься на какие-то самые торжественные моменты вместе со знаменем. И пока она в части, то все будет хорошо. С вручением дорогого подарка военных поздравили воспитанники одной из воскресных школ Барнаула. Говорят, репертуар подбирали специально для защитников. После выступления экскурсия для детей по территории воинской части и казармам. Как живут солдаты, где тренируются, что едят и в какой экипировке выходят на учения. На этот раз никакой военной тайны. Тяжелая? Да. Как мне голова устает. Следующую экскурсию в этом гарнизоне проведут уже через несколько дней, к празднику Победы. Продемонстрируют не только армейскую выправку. Гостям обязательно покажут святыню гарнизона – икону князя Александра Невского, покровителя и защитника воинов. Ольга Штополь, Юрий Бирюков. Новости.